Всем привет, друзья! Меня зовут Олег, и уже больше 2 недель на моем канале не было роликов. Это связано с тем, что я переехал жить в другой город и поступил учиться в университет. Так почему бы теперь, в связи с тем, что я официально студент, не начать называть всех школьников школотой и не пойти пранковать их на улицах города? А точнее, даже 2 городов, ведь часть этого ролика снималась в Киеве, а часть еще в Житомире. Каждый школьник изучает английский язык, но сможет ли он помочь иностранцу прочитать бумажку, которую ему оставил якобы его друг из Украины? Сейчас мы это и проверим. Hi, could you help me, please? Do you speak English? I am from Poland. My name is Oleg. My friend from this city, from Zhytomyr, give me some piece of paper. Could you translate me for English? Translation. What does it mean? A few moments later. No. What? What's it? Я тебе показать. Не так давно на территории Украины вступил в силу закон о запрете использования ВКонтакте. Но ведь все мы немножко преступники. Школьная аудитория так и не перестала сидеть в ВК и использует VPN. Мы с моим другом Артемом решили немножечко попугать школьников, якобы удостоверением сотрудника СБУ. Кстати, про Артема детальнее будет в конце видео. Хлопці, добрий день. Декілька питань, якщо можна. Ви використовуєте такі сервіси, як ВКонтакте? Ну, іноді. Нет. Але в нас є інформація, нібито ви використовуєте його через VPN, Служба безпеки України. Іноді. А яким чином? Через Tor. Через Tor. Дивіться, Служба безпеки України. Використання таких сервісів є забороненим. Я його не використовую. Телефон навіть нету. Дело в том. Ну, к нам поступила інформація, будто ви сидите ВКонтакте. Ясно. Так що, спочатку попередження, але зав'язуйте з цим. Я не сижу ВКонтакте. Точно? Да. А если найду? Давайте, может. Да я врекалась, чувак, он камера. Что если купить конверт и положить туда много зелени? В прямом смысле, много зеленых листьев, обычных листьев с дерева. А потом попытаться вручить этот конверт случайному прохожему школьнику под предлогом того, что это ему за работу. Ну вот, в серой футболке. Да, в коричневых. Ну да. Да. Все, он. Сейчас, секунду. Тебе передали. За работу хорошую. Кто? От Сергея. От Сергея. Серега. Серега. Серега черный. Черный. Опера? Да. Понял. За работу. Там зелень. Все, давай. Да, Серега, да. Отдал. Все, нормально. А что если предлагать школьникам услуги по улучшению их состояния в школе? От написания домашних заданий и помощи на контрольных до расправы над учителями. Небольшой спойлер, школьники нынче пошли очень жестокие. Пацан, ты домашку сделал на завтра? Нет. Нет, не сделал еще? Ну смотрите, если есть какие-то проблемы на контрольных, с домашкой, мы можем все порешать, в принципе. Что там еще в школе Кевин? С учителями. У нас есть свои люди, если с учителями какие-то проблемы, мы вообще все решаем быстро. Любые учителя проблемы с директором, если вызывают что-то. Ну, конечно, по химии разберетесь. Там да вообще уже разбирались было дело. Правда, там географ. Ну, короче, звони, если что, мы разберемся. У нас есть свои люди. 097. Друзья, рекомендуйте школу. Я вас на химию позову. Без проблем вообще все. В конце концов, у меня закончились нормальные идеи, я решил просто выпрыгнуть из кустов и представиться человеком, который прибыл из будущего. Ну или просто дурачком. Пацаны, вопрос к вам. Да. Какой сейчас год? День? 17. 17? 2017? Да. 2017. Пацаны, вы инопланетян не видели случайно? Нет. Сейчас 2017 год? Да, 2017. Нет, даже ты прикалываешься. Нет. Как я сюда... Так, чувак, у меня к тебе просьба. Ты меня не видел. Все, до свидания. Не видел? Нет. Все, тогда, чуваки, все, секунду. Все, вы меня не видели, достанем. А, я тебя знаю. В смысле? На ютубе видел? На ютубе. А, понятно. Как вы могли заметить, сегодня мне помог снять видео мой друг Артем. На канале у Артема вы также найдете очень много разнообразных пранков. Он попросил упомянуть о видосе, где он с Сергеем Трейсером возили трупы в такси. В общем, очень эпичное видео вышло. И также под конец видоса я решил сделать конкурс на 1000 рублей. Чтобы выиграть 1000 рублей, вам нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий внизу под этим роликом, а также подписаться на 2 вот этих канала.
Один из них, кстати, канал Артема. Ну что же, спасибо всем за просмотр, на сегодня это все. Не забудьте посмотреть также другие мои видео. Всем пока!